Влад, ну с дебютом, какие первые впечатления? Да, супер эмоции, спасибо болельщикам, это большая честь играть за родной город, очень приятно. Будем стараться радовать наших болельщиков и побеждать, уже наконец брать 3 очка. Первые минуты на поле, как вообще, расскажи, какие впечатления? Да не забываем, на самом деле, когда столько людей поддерживают, ни разу такого не было, на самом деле, на моей карьере. И спасибо болельщикам, конечно. Стараться выйти спокойно, хладнокровно, чтобы дома все получилось. Спасибо.